Уважаемые товарищи, в сегодняшней праздничной концертной программе мне поручено представлять вам молодых исполнителей, точнее даже дебютантов программы «Песня 81», что, в общем, я с удовольствием и делаю. И вот сейчас первый такой исполнительский дебют. Лауреат всероссийского конкурса на лучшее исполнение русской народной песни Татьяна Петрова. Вы слышите песню Григория Пономаренко на стихи Татьяны Ивановой «Цветет черемуха по холоданию». Я не поверила привету давнюю, цветет черемуха по холоданию, по холоданию ветрам неистовым. Цветет черемуха, цветет душистая, по холоданию ветрам неистовым. Цветет черемуха, цветет душистая. Ту пору майскую неслышной поступью, дурманом веткою да белой россыпью, светло, как вешний сад, как даль заречная, пришла любовь моя, печаль сердечная. Пришла, прихлынула и стала гордая над пересудами, незаговорками. К нему навстречу я летела птицею, крута тропиночка, не оступиться бы. Я не поверила привету давнюю, цветет черемуха по холоданию. Темным темна вода в глубоком омуте, а у любимого невеста в городе. Темным темна вода в глубоком омуте, а у любимого невеста.